Привет, господа! Вы находитесь на канале iHouse Термоплюс, и с вами Олег Кузьмичев. Перед нами фасад здания, который утепляется по технологии iHouse Термоплюс. Это разработанная система утепления фасада. Расчетное сопротивление теплопередач на таком фасаде равняется фактическому с отклонениями 1-2%. Что не скажешь про другие системы утепления фасада, где отклонение от расчетного доходит до 60%. Итак, сегодня мы разберем один узел, теплый откос, который присутствует в системе утепления фасада iHouse Термоплюс. Для начала мы должны все наши откосы выровнять, подготовить поверхность для того, чтобы потом приклеить нашу теплоизоляцию. Теплоизоляция обязательно клеится под гребенку на клей для теплоизоляции. Перед нами традиционная установка оконных блоков в конструкции оконного проема. Это у нас монтажная пена 30 мм, она может 40 быть. И что у нас здесь получается? В зимнее время у нас вот эта часть, она вся промерзает насквозь. Это здесь еще профиль Rehau Gineo, сопротивление теплопередач 1R. А также есть у нас профиля более тонкие, которых сопротивление теплопередач 0,45-0,55. Там еще более плачевно. Что у нас получается? Допустим, у нас на улице минус 20. И у нас вот этот пластик весь, он промерзает. Куда у нас уходит холод? Уходит в нашу стену. Что нас здесь защищает? А защищает нас всего лишь 30 мм монтажной пены. Причем эта пена может быть неоднородная, и сопротивление теплопередачи ее может свестись практически к нулю. Фактически, если у нас здесь стена будет теплая, а в этом узле у нас будет она иметь низкую положительную температуру, то у нас все тепло будет уходить посредством теплопередачи на разогрев вот этой конструкции стены. Как этого избежать? Ну, многие делают теплые откосы после установки окон. Давайте разберем этот узел. Вот примерно так выглядит этот узел, когда мы уже вставляем окна и делаем теплые откосы. Что у нас здесь происходит? А у нас здесь происходит все то же самое. У нас защита от теплопотерь вот этой части конструкции здания, она сведена к нулю. Что происходит вот в этой зоне? А вот в этой зоне, смотрите, вот она мы закрываем откосом. У нас стена не получает тепло от слова совсем, потому что здесь у нас утеплитель. И в итоге, так как она не получает заряд тепловой энергии вот в этом узле, потому что у нас здесь стоит теплый откос, то у нас получается она еще более холодная. И у нас разница в температурах между вот этой стеной и вот здесь, вот в этом узле, она еще выше. Такое решение, оно в большинстве случаев даже вредит на энергоэффективность дома, потому что у нас здесь уже будет 0 или даже минус. Может быть минус 2, минус 3, минус 4. Да, у нас здесь снаружи утеплитель, четверть закрыта. Четвертью может быть закрыто, но вот слабое звено. Это наш оконный блок. Ну а теперь берем ширину, считаем оконного блока. Дальше собираем длину всех этих окон. А у нас этих окон здесь будет очень много. И мы видим, что площадь может достигать холодного включения, где мы вставляем окно, до 10-20 квадратных метров неутепленной конструкции здания. И у нас получается единственное правильное решение — это наши оконные рамы вставлять вообще в теплый короб. Вот здесь начался монтаж. Идет монтаж вертикальных поверхностей, потом у нас будет монтаж горизонтальных вверху и внизу. И уже после этого должны приезжать замерщики по этому коробу, замерять размеры
и уже изготавливать окна. Есть очень много комментаторов, которые вот в это чудо не верят. Говорят, она не работает, это все бесполезно. Монтажная пена, она спасает от всего. Монтажная пена для чего служит? Чтобы у вас воздух не дул, заполнение идет. Раньше забивали всякими тряпками, а сейчас появилась монтажная пена. Как утеплитель, она в расчеты просто не берется. Итак, еще есть комментаторы, которые говорят, надо мерить зимой. Я показывал, какая температура нашей поверхности бетона внутри дома при минус 23, вот в этом месте. И заставляют, вот представьте, мы внутри помещения, измерять поверхность именно утеплителя. Зачем? Непонятно. Нам самое главное, чтобы у нас конструкция здания была вот в этой зоне теплая. Если вы сделаете все правильно, сделаете правильное утепление фасада снаружи, то у вас здесь может она отличаться не более 1 градуса, например, от той конструкции здания по температуре, которая у вас через метр, через два. Есть у нас на канале видео, почитайте там комментарии интересные, именно где я говорю о снижении теплопотерях через окна до 80%. Там наглядно все это показано, как это работает. Два примера. Дальше, как этот узел выглядит. Ну, снизу у нас четверти не будет, а если сбоку, то этот узел выглядит именно так. У нас из утеплителя делается четверть. И у нас уже в дальнейшем формируется окно. Вот еще раз обратите внимание на этот узел. Там небольшой зазорчик будет. Здесь тоже все заполняется клеем пены для теплоизоляции. У нас четверть. Какое дает преимущество? Уж сразу расскажу. Сама монтажная пена, она плохой звукоизолятор. Но когда у нас толщина набирается более... Здесь вот 120 мм плюс там еще сколько-то, то все шумы, которые с улицы идут, вот эта четверть, она преломляет. То есть вот четверть, она нужна в первую очередь для того, чтобы понизить именно звукопроницаемость через оконные конструкции. И слабое звено, именно монтажная пена. Я вам показал три варианта установки окна в оконный проем. Первый вариант вы сами видели. Вот эта монтажная пена, которую там говорят, что она работает как теплоизоляция, она не работает. Ну, во-первых, она тонкая, во-вторых, у нее сопротивление теплопередачи намного ниже, а в-третьих, она еще и неоднородная, если мы видим. Ее во внимание брать не стоит. Второй вариант у нас – это теплый откос, который вставляется уже в дальнейшем после установки окна. Проанализируйте. В большинстве случаев вы ухудшаете ваши именно теплотехнические характеристики вашего здания, вашего дома. Потому что у вас, опять же, любая поверхность, она должна получать тепло, а вы ее закрываете. И у вас она получается более холодной. Чем больше перепад температур, например, у вас стена в одном районе плюс 22, а в другом 0. Представляете, какая скорость потока тепловой энергии киловатт-час уходит туда на разогрев именно той конструкции здания. И третье решение. Это решение конструктивное именно в нашей системе утепления фасада iHouse Thermoplus. Потому что у нас нету никаких включений. Это решение самое энергоэффективное. Ну а тот, кто не может посчитать, берете. Опа! Ширину профиля. Умножаете все это на длину. Ноль у вас здесь сопротивление практически. И вы посчитаете, сколько квадратных метров у вас холодного включения в вашей стене. После этого вы эти квадратные метры можете пересчитать на вашем здании. Гипотетически вы там просто не сделали утепление. Утечки тепла, они будут астрономические. Ну, кто умеет считать, можете посчитать и написать в комментариях. Мы даже используем грибы, чтобы у нас было минимальных включений. Вот я вам показываю, винчиваем гриб. Видите, у нас он внутри.
Мухаммед, отвлекись. Какой год ты у нас работаешь? Сколько лет уже работаешь? Четвертый год. Ну тебе как, нравится с нами работать? Да, получше. А заказчики что говорят нам? Заказчики только спасибо говорят. Друзья, многие из вас не хотят потерять за год при строительстве своего дома 10 лет жизни. И если вы хотите, чтобы у вас были классные специалисты, чтобы у этих специалистов были уже ребята, которые работают годами, обращайтесь к нам. Мы вам сделаем энергоэффективный фундамент, мы вам сделаем качественное утепление фасада. Мы вам построим современный энергоэффективный дом iHouse Thermoplus. Потому что у нас ребята работают годами. У нас нет такого, что мы не платим деньги, и они убегают. Кадры мы ценим, мы выращиваем. И также мы каждый раз на каждый объект, когда приходим, их учим. Учим, потому что любой объект – это новый объект. И там новые какие-то конструктивные решения. Нету двух похожих, одинаковых объектов от слова совсем. Если вы не хотите потратить деньги свои на теплоизоляцию зря, чтобы она у вас работала на 100%, обращайтесь к нам. Если вы хотите, чтобы у вас был энергоэффективный, надежный фундамент, обращайтесь к нам. А если вы хотите полностью хороший, качественный дом, премиум, сегмент, это дом iHouse Thermoplus, а не просто монолитная коробка, с которой у вас могут возникнуть очень много проблем, обращайтесь к нам. Мы решаем за вас практически все задачи. Единственное, мы не связываемся с материалом и на нем не зарабатываем. И никому не советую отдавать подрядчику в руки материал. Потому что вы получите прорабский материал, материал не того качества. Итак, всем, кому было полезно это видео, Сбербанк онлайн, Совкомбанк по номеру телефона. И также подписывайтесь на наш канал iHouse Thermoplus в Телеграм-канале, в Яндекс.Дзене и в Ютубе. Те, кто не может финансово помочь, можете просто это видео разослать по всем соцсетям. И всем спасибо, кто это делает. Всем пока, до новых встреч. С вами был Олег Кузьмичев.